Дед Мороз. У собак детки Дог Мороз. Ну расскажи еще раз. Однажды, 31 декабря, когда я была маленькая, как вы. Начинаем. Гирляндочка. Вот так вот. Вперед. Тяжелая. Аккуратненько. Обеи бери. Подождите секундочку. А ну-ка, ребята, дайте мне пройти. Игрушки. Готово. Аккуратнее. Так же он сюда пролазит. Девочки, осторожно с игрушками, а я пошла гирлянды вешать. Повесил я уже все. Толкай ближе к ёлке. Давай. Он что, такой маленький, что ли? А где мой красный шарик? Так, посторонись. Ну где мой красный шарик? Не переживай, сейчас его найдем. Невозможно же сюда залезть, он что, гном? Ой, ну как ребенок прямо. Ах, ну вот. Слушай, может он все-таки не из печки приходит? А диван от фонариков не загорится? Вот ты где, красный шарик. Давайте. Аккуратненько. Разбирай, не разбейте шары. А где дети? Телек. Смотрят. Переключи. Вау, смотри, мелкий. Праздник и польза для вашей собаки каждый я день. Я так же хочу. И мы решили написать письмо Догу Морозу. И он пришел? Ну что, так и будем ждать? Дог Мороз! Ох, бедные дети верят. Приходи. Ну дайте им поверить в сказку. Дог Мороз! Дог Мороз! И моя мама надеялась и верила в меня, как и я верю в вас. Подождите, стойте, эй. Что? Ага. Мне кажется, мы едем не в ту сторону. Как-то не в ту сторону. Чего, дедуля? Мы ты точно чё? Проехали уже. Ну ты чё, адрес не записал? Что ли, старый совсем стал, дед? Он не дед, он Дог Мороз. Так что давайте слушайтесь его. Вы же наши олени. А мы не олени. Мы вообще-то козлята, если что. Ну чё, куда едем-то? Командуй. В другую сторону. Ну ладно. Ладненько. Ты точно уверен, в какую нам сторону нужно? Поворачиваем. Ну оки-доки. Без проблем. Поворот. Эй, в кусты не заедьте. Не боись, дедуля. Лежи. Ох, и давно же я не катался с ветерком на санях минус 40. Ну, как бы да, в прошлом году последний раз. Ну да. А вы слышите звук, ребята? Ага. Что за звук? Сработало. Что? Чего? Что? Ох, и холодно же. Для детей так можно и потерпеть. Подарок на месте. Почти приехали. Да ладно. Да вы правда, что ли? Я даже смотреть не хочу. Я тоже не верю. Приехали, Дог Морозыч. Да, это наш адрес. Он существует. Ничего себе. Почему мы письмо не написали? Дог Морозыч, Дог Мороз. Ну, привет, ты детки. Ты существуешь. Вот так в свой первый Новый год я увидела Дога Мороза. Ты исполнил просьбу. Конечно, он же Дед Мороз, а я Снегурочка. Ням-ням, как в телевизоре прям. И тогда я поняла, что он никогда не подведет. И если ты искренне у него что-то попросишь, он обязательно исполнит твое желание. Главное в это верить. Может, Кот Морозу письмецо черкнуть? Какие они все милые, когда получают подарки. Да уж, это точно. Ну что ж, и по нашей старой традиции, и по традиции мы будем... Эй. Давай, держи крепко, мелкий. Вот это да. Будем читать стишки. А где Снегурочка? Эй. Ох, какая вкуснота. Ага. Какие дети молодцы. Отличный подарок они заказали. Да, очень вкусно. Просто пальчики. Ближе. В смысле, лапы или когти? Блаженство. Не могу остановиться. А почему Дог Мороз и Снегурочка с нами едят? А ты хочешь подарок на следующий год? Конечно, конечно, кушайте с нами. Кушайте, кушайте. Жалко, только уже заканчивается. А можно я тут у тебя доем чуть-чуть? А кто будет посуду убирать? Не я. Не я. Посуду? Что? Я пошла. Что? Посуду? Посуду будет убирать тот, кто останется последним за столом. Ну уж точно, это буду не я. Пока-пока. Пока. И я пошла, пожалуй. А посуду уберет тот, кто будет последний за столом. Да уж, тот, кто все проспал. А что, опять проспал Новый год? Вот так я поверила в Дога Мороза. Подарок, подарок, письмо. Дог Мороз, подарок.